Основатель популярной российской социальной сети ВКонтакте Павел Дуров предложил работу экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену. На личной странице ВКонтакте Дуров написал, что как вариант возможно трудоустройство Сноудена в России, если ему будет интересна работа, связанная с защитой персональных данных миллионов пользователей соцсети. Напомним, что Сноуден 1 августа получил в России временное убежище сроком на 1 год и покинул транзитную зону московского аэропорта Шереметьево. Где сейчас находится Эдвард Сноуден и заинтересует ли его предложение Дурова, пока неизвестно.